А мы идем в итальянский ресторан. Italian Kitchen. Ого! Вот это успех у них сегодня. Аншлаг. Да, суббота. Lot of people. Всего два свободных столика. Здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте, я ваша подписчица. Очень приятно. Да? Ой, лазанья, ага, давай лазанью. One is enough, and for me soup also. Yeah. I will share with you. Cream mushroom soup. Cream soup. Ой! Сегодня благоприятные дни, чтобы делиться с теми, кому хуже. Примчалась, украла кейк. Манки кам. Приветики, приветики. Сай, давай. Как вы? Ой, мы хорошо. Хорошо? Привет. Да, присаживайтесь. Ну, да, давай сюда в уголок. Вы, курильщики в другую, да? Вы опоздали буквально на пару минут. Сейчас пришла обезьяна, прыгнула на столы и украла кекс. Да ты что? Да. Вот какая. Ну, значит, нет, не ваша обезьяна, это вот чужая. Ну, сейчас идет очень благоприятный месяц, белый месяц называется. И сейчас очень благоприятно делиться с теми, кому, ну, кто, да, нуждается. Да. Ну, расскажи, ты сегодня была у Далай-ламы. Ну, конечно, там такая очередь была очень долгая. Вот. Ну, часа на два, наверное, вся эта сортировка. Ну, да, я не ожидала. Во-вторых, там что-то заставили надеть маски, у меня маски не было. То есть они ПЦР-тесты не стали делать, а маски. А нам делали. Вот. Но мне австралийка дала, я такая слышала, ну, господи, сейчас надо бежать по этим горам, полям и лестницам. У них есть маски, между прочим. Ну, ясно. Ну, в общем, выручила меня женщина. Вот. Ну, я, конечно, скептик. Да, я думала, что он в большей степени политический, религиозный деятель. Угу. Но когда я подошла ближе, уже вот даже не к нему, а вот я увидела, как он людей благословляет, я прям четко почувствовала вот эту вот волна благости такой, у меня прям все слезы. Вот это что, непонятно. Да, ну да. Ладно, хотя бы для буддиста это очень важно. Ну, а я вот не буддист, а слезы, знаете, потекли. Я циник и скептик. Я еще, циничный буддист? Да, то есть я еще... Буддист-приколист. Да, то есть я очень... У меня научность по ума. Ничего не сделаешь. Я почему буддизм и выбрала, потому что, по сути, это... Не религия. Вот. Ага. Это больше такое научно-философское воззрение. Вот. Но когда я к нему подошла, я прям четко почувствовала, что это святой человек. А сколько европейцев было? Много. Русских только было человек 15. Ага. Вот. И были европейцы, в основном там Северная Европа, австралийка была, и были кто-то из... Ну, не калмыки, нет, они не калмыки, но кто-то вот ближе к нам. Угу. Нет, не бурят, не калмыки, но кто-то с нами граничит. Вот я забыла страну. Они прям такие, прям вообще вот это вот точно религиозные. Они там. А тебе уже прислали линк? Ну, ссылку на фотографии? Я еще не посмотрела, я реально пришла, осталась спать сразу же, отсыпаться. А ты фотографировалась, ты где сидела возле него? Нет, я сидела в самом дальнем углу, как всегда. Я такой, вот, значит, села там на ступенечке, посмотрим, видно ли меня вообще. Хорошо. Так что ощущения такие, конечно, очень необычные, потому что у меня было только... Вот это второй раз такое ощущение. Первый раз, это когда я получала посвящение от своих учителей, братья Кинпо. Он старенький уже тогда был. И вот рядом с ним я заметила, ну и так как я у этого учителя училась долго, я заметила, что даже самые агрессивные люди в его поле становились очень спокойными. Вот. И вот
здесь я почувствовала ту же благость, только еще более мощную. А ты шарфик купила белый? Да, я с шарфиком к нему подошла. Он благословил? Да, да, да. И он еще так интересно, он взял мои руки и приложил к себе колбу. То есть он на меня, я была в маске, ну то есть как бы я еще так не поняла, что он тянет руки-то, ну как бы вроде как все дали, он так это и все и пошел, вот и я прямо опешила такая. Ну, может, у тебя какая-то была с ним в прошлых его реинкарнациях и нет, твоих? Нет, у меня с тибетцами точно какая-то связь, потому что я сразу же, как первый раз их увидела, ну, я не помню, сколько там лет назад, я, ну, тоже вот у меня было состояние, как слезы на глазах, у меня было ощущение, что это вот мои родные люди. Я всегда среди тибетцев чувствую себя великолепно и, в принципе, приезжаю в любую страну к ним, ну вот именно в Азии, там, то ли это Непал, то ли это Индия, я всегда живу в тибетских районах, вот, так что эта связь у меня сильная, конечно. А у нас сейчас тоже такое чудо произошло, я только 2 дня назад сказала, мне бы русскоговорящего монаха какого-нибудь, хоть у меня есть некоторые вопросы, я бы поспрашивала. И сейчас мы сидим с Саши, идет девушка, монах, ну, налысо бритая, все, и по-русски говорит: здравствуйте, я смотрю ваш канал, мне так нравится. Я говорю, а можно снимать? Она говорит, лучше не снимайте. Я говорю, у меня вопросов столько, можно я вам их задам, даже без камеры? Она говорит, давайте, задавайте. Она из Тувы, зовут ее Тая. Ей, ну, я не спросила, сколько лет, но она говорит, я 8 лет здесь, мне учиться 16 лет в институте. Да, тибетской, да, очень долго учиться, дождь начался, и к ней приехали первый раз за это время родители, они вот там сидели. Я говорю, Тая, объясните мне вообще, вот прям вопросы, они стали у меня сыпаться градом, а как дети становятся монахами? Она говорит, ну, родители считают, что для девочки очень хорошо в семье, она всегда будет сыта, она всегда будет с образованием. Очень много же бедных тибетцев, и они, значит, отдают девочек, так и мальчиков тоже. Я говорю, а можно свернуть с этого пути? Ведь, ты, ну, если в детстве отдают, ты же не всегда уверен, что это твое. Она говорит, да, мы даем обет, но можно этот обет, это не приветствуется, но тебя никто не принудит оставаться в монашестве. Тебе могут вернуть твое это слово. И ты можешь лучше быть хорошим мирянином, чем плохим монахом. Редко, но случается вот выход из монашества. Я говорю, а... Да, maybe somebody bring. Я говорю, а... Почему они такие вольные, монахи? Почему они едят пиццу, пьют пепсиколу, кофе? Она говорит, мы очень много учимся, мы очень много устаем, у нас уходит много психической энергии. Нам разрешают есть вкусные вещи, чтобы восполнять эту энергию потерянную. Конечно, да. Конечно. Не все аскеза, нельзя быть все время в аскезе. Они там не бухают, не сидят какой-то. Да, не бухают, но сладость нужна, да. Мы-то уже, да, заказали, вы заказываете. Вот. Что-то еще. А, про тибетские пилюли. Вот та пилюля, которая драгоценная, нужно ее с вечера замочить в горячей воде. В стеклянном стакане. Потом долить еще горячей воды, закрыть и оставить на ночь. Утром проснуться в 4 часа, размешать лучше с мантрой Будда медицины. Но если не знаешь, то просто пальцем размешать. Раздавить, выпить, долить горячей воды, еще допить и дальше спать. И кислого не есть, когда принимаешь эти пилюли. Вот. Очень интересно. Я еще, если что, вспомню, расскажу.
посмотри. Могу я подержать? Давай, давай, посмотри, да. Какие хорошие, интересные, сложно сочиненные. Можно отдельно носить гвоздик, вот такой вот бриллиантовый. Силиконовая застежка. Да. Вот. И можно поскромнее, да? Можно поскромнее один бриллиант, а можно два бриллианта. Да, ага. Он говорит, мы можем сделать в Ришикеше такое же, но серебряное. Но он прав. Он прав, да. Потому что они универсальные. Они очень вроде как и скромные, но они, ага. Во-первых, ну, идут, как сказать, они удлиняют лицо и шею. Да, мне понравились. Да, очень красиво. И они не то чтобы индийские, они какие-то, да, вот просто обычная бижутерия универсальная. Да. Угу. Вот я вам отдаю. Давай. Лазанья, да? Это что это? Я не знаю, а это что? А вот и здесь. Здесь ravioli. Yeah. Просто сыром так его залили. Да, да, надо тарелочку еще поделить, а конечно, то тянуться туда, да. Ну, он сейчас еще донесет, я думаю. Суп еще был. Еще суп, да. Нефотканная еда в рот не лезет. Да, да. This is only one plate. Only. Я сижу такая, все с телефонами, я с камерой, свысока. Господи, да. Ну вот, принесли нам это киш, такой пирог со шпинатом и сыром, там равиоли. А у вас лазанья, да? Лазанья. И еще суп, я хотела грибной крем-суп. А они сказали, грибов нет, есть шпинат. Может быть, принесут, да. Да, в Арамболе мы ели последний раз, наверное, лазанью. Thank you. Романтичненько. Холодно слегка. Ну, вкусная лазанья, вкусная. Сейчас я тебе дам попробовать. Я вам тоже. Ага. Подкину. Ага. Ну, если очень холодно, может, пойдем вовнутрь? Да нормально, нормально. Давайте освежимся. Когда потом так будем освежаться? Так. Держи, отпиливай себе кусочек. А я только так. Давай, ага, пили. Пили. А, кстати, она нежненькая. Нежненькая. Хочешь попробовать? Попили. Спасибо. Хотите попробовать? Так, а у тебя равиоли, что сие? Чем? Это как пельмени? Да. Со шпинатом очень вкусно. Хотите? Ну, короче, дай чуть-чуть попробовать. Ага, чуточку. Шпинатный стол. Ну ты совсем чуть-чуть. Так. Нормально. Ага. Нормально. Наташа. Не-не, спасибо. Ну это почти та же лазанья. Ну. Только просто, в профиль. Да. А у меня какой-то бас. Угу. Yes, I love a lot of cheese. Очень вкусно. Ого. Я думала, они уже забыли про суп. Не, принесли. Молодцы. Да. Ну хорошо, горяченький. Вкусный? Да, пробуй. У меня шпинат уже остался. Супчик не доели? Красивый садик, пошел прямо град, он меня по ноге ударил. Мы хотели еще десерт, но есть ли место? Десертские здесь очень вкусненькие, да, вон Саши нашел место. Ура! Ой. Не доела, буду доедать.
пошли выбирать пирожок, кексик. Очень много всего, да? Да, выбор, конечно. Вау! Давайте 4 разных возьмем. Давайте, ага. Four different. One apple pie. One caramel. One caramel banana. Mm-hmm. Какие еще? Ну, мне кажется, тирамису можно, нет? Как one вам? One tiramisu. Yes. Ага. Uh-huh. Yes. Да, yes. Да, да. Yes. Yes. Cheesecake. One cheesecake. Yes. Okay. Ага. Okay. Uh-huh. Apple pie. Banana, tiramisu and... Caramel. Yes. Big party. Huh? She invites to a big party. I said, why? Так это мы тебя объедаем? Нет, мы с Наташей решили, да. А, вас объедаем, двоих. Смотри, какой пришел в сумке. Маленький, беленький. Боже мой. Иди сюда. Обычно все собаки к нам идут сразу, когда нас обнаруживают. Папа, папа, возьми на руки, говорит. Папа, папа, хочу на руки. Тирамису. Такая косточка. Как бы рассмотреть бы его пальтишко, как его хозяин-то тащил. Нет, я его приблизила. А? А, он зовет, Наташа, пошли, он зовет. No, he allowed. Thank you very much. Ага. А как он его нес, интересно? How you hold him? У него подушечки. А, вот так вот, да? А! Короче, это пальто, сумка. Ты, боже мой. Спасибо. Thank you. Я его стала снимать. Вижу, он машет рукой. Мне показалось, что он машет «не снимай». Я думаю, все равно буду снимать. А потом, когда увидела, что он зовет... Но все равно буду снимать, я же блогер. Блогер. Да. Так, это как-то надо убрать, чтобы копиюшку, было красивее. Да. And we need photo from other side. Сейчас кофе принесут, и мы будем просить. Давай, give him. Давайте проверять, а то вдруг нам не понравится, девчонки. Давайте, okay. Делит, не делит? Yeah. Смотрите. Сейчас. Ну, по-моему, хорошо. Как вам? Или заставим отлично. Его переделывать? Не, мне нравится. Ага, ну и славненько. Я все равно всегда большая буду с этой. Это нет, ну особенно, это... когда если сидишь прямо ближе всех к камере, конечно. Я удачно уселась дальше всех, поэтому надо теперь всегда меня так сажать. Вот хорошая фотка уже, где немножко так это. Ага. Нет, ну тут я уж совсем за Сашей спряталась. Oh, only her in this one. А это видео? Yeah, это видео. Все бариш ори. Индра, Сайрам. Индра. Hello, Сайрам. Open the video. We are celebrate. Мы празднуем. Нет, ну Саши, ты за... А, бета? А, кой парни, бета? Ол шапти сэ? Бол бодья, бета, бол бодья. Это роль парни говорит. Так, не разбирать, пока не сфоткано. Ну что, можно начинать? Да. We can start. А мы
можем сразу поделить на каждый. Давайте, да, а может быть ножичек попросим, чтобы давайте пилить? А то ложками мы плохо попилим, не симметрично. Ну да. Ну, сегодня вечеринка удалась. О, вообще. Anybody want sugar? Нет, я no sugar. Now no dinner. Нет, теперь уже без ужина. Сколько времени-то? Где часы-то? Где-то же да, были часы. Я думаю... Без 15:03. А такое ощущение, что вечер, да? Потому да, без 20. Да. Потемнело резко. Дождь такой проливной, классный. У нас три полотенца сушатся. Одежда Саши сушится. Все да? уже, она не сушится, она уже стирается. Она по новой. Полоскается, как да. говорится. Да, точно. На всякий случай, мало ли что. Ну вот, как выглядит тарелка мечты. Кексовая тарелка. Есть сырные тарелки, фруктовые, мясные, колбасные, у нас да? Десертная. У нас десертная. Десертная тарелка, супер. Ну-ка. Чизкейк очень вкусный. Тирамису. Нежнейшее. Так. А это яблочный пай? Что да, вот это у нас? Apple pie. Очень вкусно. И карамельный просто. Где карамельный? Черненький. Все очень вкусно. Ну, мои фавориты, чизкейк и тирамису, конечно. Ну, теперь мы прочитаем в комментариях, что так мне питаться нельзя, что мне нужно совершенно по-другому. Вот этим шпинатовым супом и все, и больше ничего. Уже град. А вот эта клиника Мэнси Ханг, куда я ходила к докторам. Град, там уже сугробы намело. Я с той стороны сейчас поснимала немножко. Там уже крыша вся в снегу. Ты чего сидишь? Там же сугробы. Снимать надо. Спасибо. Спасибо за сегодняшний праздничный день большое. Побежали в наш отель. Перебежками к нам в ресторан. Я спрячу камеру, наверное, там все еще льет. Там у нас Рика пришла, наша немка. Спасибо. В нашем отеле. Прям так на голову накидывай. Ой, девочки, вы из России? Ага. Да. Спасибо, Наташа. Да, не за что. А зонтик-то. Санкт-Петербург. Да. Это круто. Так, вот же человек прошмыгнуть. Подготовился по жаре, таскал зонтик. Вот это я понимаю. Санкт-Петербургская закалка. Ой, смотрите, какой классный зонтик у монаха. Да. Все, бежим. Бежим. Я вас спасать иду.
Это вам обмотаться. Спасибо. В шубе. Я в шубе. И вас в шубу. Мы что, опять кушать? Да. Ну мы чаёк, джинджер заказываем. Больше не могу. Он всё-таки согревает. И давайте, да, джинджер, хани, лемон. Я им говорю, берите шарфы, обмотайтесь. Они не хотят обматываться. Они хотят гулять под дождем. Фреш. Фреш. У нас, если что, зонтик еще есть. А он у Наташи есть. Ну, вообще закончился, вы сейчас выходили на балкон? Да, закончился. Все закончилось. Что же опять платят? Что это за... А чего такого-то два чая? Ты чего? Ей-богу. See you tomorrow. Точно закончился дождь? Да. Вообще, все-таки так, тут по грязи. Пойдем, пойдем, здесь нормально. По грязи это хорошо. Ой, ну что, друзья. День прошел прекрасно. Всем счастья, здоровья, добра и процветания. У нас тут полотенца висели, но кто-то снял и вот сюда положил. Вот прекрасные у нас хозяева успевают все снять. Ой, всем пока-пока. Берегите себя, берегите друг друга. Давайте посмотрим, что там в долине. Отлично. Милочка, ты сегодня так и не ела педигрипал. И так ничего и не съела. У тебя все промокло. Или не промокло. Ну вот. С утра нос засовывает в дверь. Глаза голодные. А кушать не желает. Ну что, мелко пошли? Тебе, слышишь, папа разрешает зайти. Только ноги вытирай. Сиротинка пришла. Второй. Что-то там уже жует. Сейчас я ему дам. Руки мокрые. Молодец, молодец. Хороший. Всех победила. Всех, всех.